и наш аулот стал меньше на одного порядочного, очень грамотной, очень умной женщины. Я приписываю ее, как будто она мне родная, Хазма. Не было дня, я когда с ней виделся, с покойной Олечкой. Она мне всегда делала комплименты. Добрый. Ой, говорит, мы позавчера были на свадьбе. Альбертик, ты там одну русскую песню спел, одну медленную. Она мне так в душу вошла. Или еще что-то. Всегда вот какой-то добрый аргумент она мне говорила в мой адрес. Кроме этого, я вот вчера говорил на похоронах, если кто-то слышал. В 92-м году я приехал с одним таджиком в Нью-Йорк по гостевой. Тома с Бенчиком как приехали, может быть, 2-3 дня всего. Естественно, они еще сами не видели Нью-Йорк. Мне кто помог? Это первый дядя Мамон. И мне помогла Олечка. Олечка взяла меня, этого парня моего друга, и начала мне просто вот делать экскурсию по Квинсу. Она мне показала все эти дома, бизнеса, все центры. После этого мы поехали в Манхэттен, и ровно до 11 ночи она, чем могла, она все нам показала. Объяснила очень многое. Вот это вот я ее поступок никогда и не забуду. Я хочу сказать, что случайности и не бывает. Закономерность есть. То, что сейчас мы там говорим, еще одна секунда бы, может быть, она бы не умерла. Может быть, все мы говорим. Но ее рождение и смерть уже все было предначертано Богом. И мы поэтому не имеем права, вот я говорил с дядей Гришей Пулатовым, каббалист, он так говорит, Альберт Джон, мы не имеем права скорбить. Мы если, оказывается, почему так стало? Почему так стало, оказывается, говорим, оказывается, мы роптаем на Бога? Потому что Боженька говорит, вы, значит, не верите в мои дела? Поэтому чеки Ома, дорогой Юра, дорогой Йосиф, Машенька, я прошу вас, дай Бог вам силы. Франция, 152 человека уже погибшие. Еще больше 200, вот Рабай говорит, injured. То, что будет с нами, это знает один Бог. А вам всем большое спасибо, что вы пришли. Большое спасибо за поддержку. Для меня, Авлод, дорогого Рафика, дядя Мамона, очень близкий, Боша, Бенчик, дом Отомо. Вы уже не как наш дом Отомо, а как наш старший брат. Я очень благодарен, что Бенчик тоже получил воспитание от дяди Мамона. Очень большое. Я хочу сказать, что вот такой же грамотный сын Бенчик, это Славик. Большое вам всем спасибо.